25 февраля впервые пройдет единый день голосования. Идет самый активный этап избирательной кампании – предвыборная агитация. Участковые комиссии тем временем уже уточняют данные избирателей. Как формируются списки избирателей и можно ли проголосовать не по месту жительства. Это понятно про выборы. Говорим открыто и гласно то, что вы хотели узнать. Обсудим. Итак, как формируют списки избирателей? Изначально исполкомы и местные администрации ведут учет избирателей на основании данных регистра населения. Затем эту информацию передают участковым избирательным комиссиям, и уже их задача сверить данные. После уточнения рассылают те самые приглашения на выборы. На нашем участке обычно это более 2500 избирателей. Они возраста разного. Это и учащиеся колледжи, которые находятся поблизости с нами, и общежитие находится на нашей территории. И это старая часть города Гомеля. Каждый избиратель имеет право проверить себя в списках. Для этого он должен прийти на участок с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность, и убедиться, что он действительно в этих списках есть. Участковые комиссии в списке избирателей включают белорусов, достигших ко дню выборов совершеннолетия. Исключение – лица, находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные недееспособными по решению суда. За представителей местных советов депутатов могут проголосовать и граждане России, постоянно проживающие в нашей стране. Проголосовать могут и те, кому 18 лет исполнится непосредственно 25 февраля, в единый день голосования. Где можно проголосовать по месту регистрации на конкретном избирательном участке, который сформирован на данной территории. Но ситуации бывают разные. Вариант – регистрация в Бресте, адрес фактического проживания – Минск. В таком случае можно проголосовать по месту фактического нахождения. Подавать документы необходимо до основного дня голосования. Предъявить нужно паспорт либо идентификационную карту, а также документ, который подтверждает проживание человека на той или иной территории. Это может быть договор аренды жилого помещения, это могут быть документы, подтверждающие собственность на то или иное жилое помещение, это может быть командировочное удостоверение, справка из гостиницы и так далее. То есть главное, чтобы было фактическое подтверждение. Порог явки по выборам в Палату представителей отменен. На выборах депутатов местных советов он и раньше не устанавливался. Но прийти на избирательный участок и проголосовать – это гражданский долг. И от выбора каждого зависит многое. Выбираем народных избранников, тех, кто ближе всего к людям. Депутатов парламента и местных советов. Это совершенствование законов, а от решения сельских, районных, областных советов зависит во многом развитие экономики и населенных пунктов. Предстоит избрать свыше 12,5 тысяч депутатов. 25 февраля – это воскресенье. А если на это время уже есть планы, предусмотрено досрочное голосование. Штрафов за неучастие в выборах в Беларуси нет. У нас сохраняется принцип свободного волеизъявления. В то время как для многих стран это реальность. Бельгия использует санкции за неучастие в выборах более века. Первая неявка без уважительной причины карается штрафом в 50 евро. В случае повторного нарушения – 125 евро. Итак, далее. После четвертого прогула гражданин лишается избирательных прав на 10 лет и возможности получить должность на госслужбе. Примеров очень много, когда разные страны, нарушая принцип в том числе свободного волеизъявления, вводят штрафы за неучастие в выборах. Аргентина с 1912-го, в Австралии обязательное голосование с 1924 года. В ряде государств, в том числе Греция, Турция, введены штрафы и тюремное заключение за неоднократное нарушение требований избирательного законодательства. Кипр, Сингапур – это страны, где, если вы несколько раз не участвовали, вас могут лишить права занимать любую государственную должность. Для Беларуси это звучит инновационно, да? Хотя это страны, многие, которые учат нас, как правильно развиваться с точки зрения неких демократических прав и свобод. Поэтому, когда мы рассуждаем о подобных вещах, конечно же, мы должны говорить о том, что Беларусь, первое, ничего не изобретает. У нас избирательное право, оно увязано с мировыми стандартами, с международным правом. Более того, мы стараемся идти в первую очередь в тренде интересов самих граждан. Мы слышим и слушаем наших граждан. И
те новации, которые вносятся, они в том числе связаны с пожеланием наших избирателей. Непосредственно на участке избиратели получают бюллетени на основании списка, предъявляя участковой комиссии паспорт, ID-карту, студенческий билет, пенсионное или водительское удостоверение, военный билет, удостоверение инвалида, справку органов внутренних дел, подтверждающую личность. Граждане России, вид на жительство. Получить бюллетени и проголосовать по биометрическому паспорту во время единого дня голосования нельзя. В таком виде документов не указано отчество. У нас это целый перечень документов. Но эта практика далеко не везде используется подобным образом. В Кыргызстане для того, чтобы вам выдали бюллетень, вас дактилоскопируют, сфотографируют. Вы должны предоставить паспорт, и только после этого вам выдадут бюллетень. США – треть штатов, где вы должны, как и у нас, предоставить документ, удостоверяющий личность. Треть штатов, где вам достаточно предоставить любую справку, даже от врача, и вам выдадут бюллетень. А в оставшейся части Соединенных Штатов Америки достаточно просто назвать вашу фамилию, имя, и вам выдадут бюллетень. Для нас очень важно исключить нарушения, связанные с двойным голосованием. И подобные нарушения, они как раз-таки и регулируются, в том числе предоставлением документа, который позволяет не просто идентифицировать личность, а во многих случаях и сверить данные по месту регистрации. Естественно, это позволяет более качественно проводить избирательный процесс. Согласно обновленному избирательному кодексу, раз в 5 лет белорусы будут выбирать депутатский корпус, одновременно Палату представителей Национального собрания и местные советы. Срок их полномочий увеличился с 4 лет до 5 по результатам этапа регистрации кандидатов в депутаты. На 110 мест в Палате представителей 265 желающих занять депутатское кресло. Самому молодому кандидату 23 года, а самому возрастному 66. Что касается местных советов депутатов, на 12 514 мест претендуют почти 19 тысяч. Такой вот избирательный ликбез. Вы спросили, мы ответили на ваши вопросы.